Полное описание и точная дата выхода 32 серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь». 32 серия сериала выйдет в эфир 20 февраля. В новой серии мы увидим, как Серкан очень нервничает из-за того, что Эда находится рядом с Денизом. Он не понимает, почему, но испытывает к ней большое чувство ревности. Когда Эда и Дениз сообщили всем о том, что они собираются пожениться, это еще больше вывело из себя Серкана. Он сообщил о том, что любовь под запретом на рабочем месте. Эда интересуется, что так не понравилось Серкану и почему он против того, чтобы люди влюблялись друг в друга. Серкан все время проводит в своем кабинете и не находит себе места. Он решил поговорить с Эдой и расставить все точки в этом деле. Серкан помнит, как Эда рассказывала про их большую любовь, о которой он забыл по каким-то причинам. Только он сейчас никак не может понять, если это было действительностью, то что тогда происходит сейчас? Если Эда так сильно его любила, то как может вот так сразу соглашаться на предложение другого мужчины? Эти вопросы его мучают, и он намерен получить от Эды ответы. Эда ответила, что она поступила так из-за любви, забытой всего лишь за один день. Ей больше не хочется тратить время впустую, для того чтобы бороться за эти чувства. Селин застала Эду и Серкана вместе, когда они были близко друг к другу. Напомним, 32 серия сериала выйдет в эфир 20 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.